Певица Кети Тапурия показала в своем блоге лицо без макияжа. Артистка поделилась снимком в социальной сети, вызывав двойственную реакцию у своих поклонников. Большинство подписчиков Тапурии поблагодарили ее за естественность. Им понравилось, что звезда позволяет показывать себя в реальной жизни, не пугаясь неудачных кадров. Однако, как и под любой публикацией известных артистов, у Кети нашлись хейтеры. Отметим, что в последнее время российские артисты часто показывают себя в соцсетях в естественном виде. Пользователи интернета считают, что в среде медиаконтента появился такой тренд.